Сидим, деньги подбирай быстрее. Че? Деньги подбирай. Деньги подбирай быстрее. Где, где? Да вон. Вон, накрыли собой, блядь. Да это фальшивка. Фальшивка, ёбаный брат. Шо, каёк? Пропаганда классная. Да. Всё, теперь готов. И подкрученные перцы. Только в свободе вас оценят и примут как родных. Никакого обязанного и идеологической пути. Никаких утренних побудок и минимум сухого закона. Если ты настоящий сталкер и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Ты чё? Ой, пизда, братан. Температуру проверяйте. Дайте быстрее пак нам. Ноги вяжу. Быстрее термопак, дайте, блядь, термопакет. На. Вот он лежит. Хуярь себя его. Эй, народ, кто тут с нами, короче, этот, посмотрите температуру. Ебать, а чё я замёрз нахуй? Так, сейчас я думаю, чё всё серое. Термопак дали. У нас был один, короче, челик, который тоже спрашивал, почему все серое, я что, накурился, блядь? Я ушел, блядь, без термопакетов. Пацаны, всем сейчас холодно, мне тоже холодно. 36,2. Закупайте термопакет. Сейчас, короче, опять цыган. Бля, это гитара из мусорки? О, мучачес. Просто я все это время был облучен. Сошел аптечку. Ты красавчик, что в призывах не дотянулся. Я думал, натянул. Вот это же говно респиратор, сними его, он не защищает. Ты зеленый? Да. Бля, вот смотрю я на вас сверху. Плакать хочется. Оно вообще в говно. Есть у кого респиратор? Не, твой лучше, чем респиратор. Так, я помираю потихоньку, я сейчас умру.